не задеваем своими ботфортами огромными мне поверхность. Рэйчел! Держу тебя. Держу. Так, все, вот это смерть, кстати говоря, была. Вот это, кстати говоря, была смерть. Вот это та самая смерть из той самой картинки. Если его сейчас не убьют, значит, она будет жива. Если убьют, значит, умрут оба. У меня никто не умирает. У меня никто не умирает! Акуха! Не надо! Помоги! Перестань дергаться! Икс! Хорошо нажал! Все, руки, блядь, каменные стали, ничего не нажимают. Спокойно. У меня никто не помирает. У меня никто не помирает, я сказал! Я, блядь, скован, я не могу, я кнопки нажимать. Сейчас веревка порвется. Но за что? Я не вижу. За что-нибудь хватайся, пожалуйста, за что-нибудь. Вон за тот уступ хватайся, раскачивайся. Раскачивайся! Черт, Рэйчел, не дергайся! Так, спокуха, сейчас веревка перетрется. Все, пизда, оно умрет. Я в этом не виноват, это виновата старая веревка. Надо было новые веревки с собой брать. Прости, Рэйчел. Не надо прощать никого! Прости. Не надо никого прощать, ты что делаешь-то? Ты что делаешь-то? Ты что ебанутый? Ты что дурак, блядь? Ты что придурочный? А если я не перережу, они оба помрут. А это... Нет, ничего не режу, идите нахуй, я смотрю ситуацию. Дурак совсем, что ли? Ебать опять... А, нихуя себе, тут такой резкий. Бля, вот упырь. Б. Согласен. Согласен, именно та буква. Не надо ничего резать, я тебе говорю! Ничего не надо резать! Никого не надо и ничего не надо! Вы либо вдвоем сдохнете, либо никто! Я не буду, я видел человека! Рэйчел. Вот оно так и было. А, так это он! А тут было этого не избежать, либо он, либо она. Тут либо он, либо она. И если бы он отрезал ее, тот бы все равно в него попал, и он бы все равно помер. Она в самое время решила тут свет поджечь. Не видит ни хрена. Бля, с их подготовкой она должна по веревке закарабкаться просто на раз-два. Это же все-таки, ну, солдаты, ёпта. Она свет включила. Конечно, блядь. Сейчас посмотрит, прости, куда падать. Ну, блин, что? Зачем? Бывший, говоришь, нахуй. Давай. Всего хорошего. Бля, как бы не смешно. Минус балласт, ёпта. Ты завалил мою даму, ё-моё. А мы бы вместе бы упали, 100%. Тяни. О, я не могу, не хватило сил. Все, смерть мне, походу, да. Не хватило сил. Я жала со всей скоростью вообще. Она хочет избавиться от меня, ребят. Так, тихо-тихо. Так, подожди, ты сам решил избавиться от себя. Нет, камон, не надо, в себе, в ногу. Да давай вытянем, давай выживем оба, ну какого черта? Нет. Я все понимаю, я расскажу тебе правду. Упадем вместе. Походу мы, да, все вместе помрем. Да мы не помрем, там что-то снизу будет. Да. Ой! Ну зато ты хоть удержался. What? А почему так рано персонажи-то? Как так? Такой парень хороший был. Ну я знал, что надо было резать. Это чат настоял. Держи, блядь. Нихуя, блядь. Нихуя. Куда полез за ножиком, блядь? Нет. Нет.
Ой-ой-ой! А я не знал, что так будет! Ой-ой-ой! Я думал, вы вместе выживете, блядь! Ой-ой! Ну, один хуй ему не было места, как бы. Потому что у нее другой там вся хуйня, то есть, ну, ничего страшного. Ну, то есть, как бы, ситуация такая. Правильно? Равно мы бы проебались. Если любишь, отпусти, Диан, давай. Ты хочешь, чтобы мы обрезали? Я не буду тебя убивать, Вов. Мы ром вдвоем. Блядь. Режь, похуй. Пиздец. Я спасу тебя! На помощь! Сюда! Бля, Вов, видишь, какая я крутая? Я тебя не скинул. Блять, там этот Иракчик. Как зовут? Иранец. Ой, блядь! Пиздец! Диан, надо что-то делать, алло, Диан, ну. Пожалуйста, я все проебала! Пизда, ты вообще все проебала, блядь! Вов, давай переиграем. А мы не сможем переиграть. Точно? Все. Да мы сможем, погоди. Да тут не надо! Нет! 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 Нет, 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 нет! Блять, ты дурак что ли? Ты только что и в любви признавался. Ну ты мудак, конечно, тоже. Капец, он хотел ее обрезать. Давай, 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 давай! Да нет! Нет, нет, нет! Нет, нет, чувак, нет! Я понимаю, блин, ты ее любил, ты представляешь себе? Но... Что-то, но я понимаю, блин, это сложно понять. Полковник, держитесь! Я это мудрее, мне кажется. Ну, блин. А как я бы ее спас? А как бы я ее спас? Да вы издеваетесь, что ли? Я ее спасти хотел. Этот чувак хотел ее убить, я ее спас, по сути. Что делать? Успел! Блять! Хватайся за что-нибудь! Ну за что? Подтягивайся по веревке! По веревке тащись! Она что, подтягиваться не умеет? Черт! Черт, Рэйчел, не дергайся! Ну тащи, 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 родименький! Давай, прошу тебя! Прости, Рэйчел! В смысле? Прости! Ты чё? Блядь! Блядь! Да. Нет! Ну, блядь, они бы оба упали. Они бы упали оба, если бы не этот... Если бы я не оборвал. Они бы просто съехали туда вместе и все. По обрыву. Один маленький камушек мог этого солдата отпугнуть. Полный бред, ну ладно. Прости, Рэйчел. Прости. Он так гидку-то хочет бросить ее. Братан, не надо, не делай этого. Нет! Нет, я не... Нет, нет! Я отказываюсь совершать данное действие. Я не буду это делать. Все, видите, я увел мышь. Я не буду. Я не буду, нет, я не обрежу. Нож просто воткнул в песок, а чё бы нет. На, нож не нужен. Там свет, это наши бегут. Откуда я знаю, это дэмп.
Держи! Держи веревку, сука! Опять! Нет, не режь ее, дебил! Нет, ты че. Он же. Понимаете, вот челу нормально жену свою сбросит. Он такой типа. Пофигу. Моя жизнь дороже, чем жизнь моей жены. Что такое вообще жена? Чел ДЛС такой довольный, типа, да, смерть. Я не понял, кстати, как так. Слушай, я, кажется, понял. А мы не бросили того парня, мы не бросили вот азиата, и из-за этого мы не успели, потому что в ДМ-ке прибегает чел, и в ДМ-ке прибегает чел, и хватает вот этого чела, держит его и спасает. Ну давай же! Нет, 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 даже не вздумай, даже не вздумай. Мы сейчас вдвоем умрем, я чувствую. Полковник, держитесь! Ху, ху. Эрик! Рэйчел! Но мне не показали, что она умерла. Твою мать. О боже мой, у меня сердце бьется просто бешено. Но как она умерла, не показали. Значит, что она жива. Прости, Рэйчел! В смысле прости? Прости? Ты дурак, что ли? Они типа оба умрут. Я не могу разрезать, я не могу разрезать. Нет-нет-нет, они оба умрут, но... Нет! Нет-нет-нет-нет! Лох! Лох! Нет друзей, блин, спасай! Олух! А, они сейчас, по-моему, оба умрут тогда, да? Ой, Олух! Фу! На мужика! Проиграл! Блин, мне кажется, не надо, ну не надо! А если она... А, не надо! Нет-нет-нет-нет! Второй раз мне дает игра, что ли, возможность? Спасай! Нет, 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 нет! Они упадут. Да. Блин, ну это карма. Я не знаю, но мне кажется, это... Блин. Ну нет. А умирает причем... Падает, а он... А не она умирает? Блин, ну серьезно, предлагать... Он только что ей предлагал заново восстановить отношения и все остальное. Тебе картинка когда нужна? Да я поняла, но... Я думала, что если мы порежем... Ну, его Блэд, ну нет, сложно, ну, очень сложно. Не-не-не-не-не-не-не, нихуя! Я в демке это тоже хотел, нет. Я просто говорю, я проходил демоверсию, вы ее видели, ну, я надеюсь на это. И как бы, ну, вы сейчас увидите, что будет дальше. Я не буду резать. Нет. В жопу, короче. Может, поменялось что-то, понимаешь? Может быть, в демо они так показали? Ну там вроде бы кто-то из этих вояк должен прибежать. Держи, 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 держи! Держи, не отпускай. Попытка номер два. Не сдавайся, сука, не надо. Давай, живи, мать твою. Нет, по-моему, она в любом случае падает. Ну вроде бы, как она должна упасть, насколько я помню. Полковник, держитесь! Но падения тоже бывают разные. Нет. О! Все. Рэйчел! Ну а смысл? Он бы отрезал бы эту веревку, она в любом случае упала бы. Ну то есть тут он боялся, что типа они оба могут завалиться. Что типа он упадет, она упадет. Ну я так понимаю, да? То есть в любом раскладе там резать бы он ее не стал, наверное. Если бы совсем бы не понимал, что все идет плохо. Пипец. Прости. Ты чмо. Смотри, смотри. Иди твою.
Ваа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 a. Отрезала я, пацаны. Пиздец полный. Бля, она сдохла. Я тебе клянусь, я думал, если я не отрежу, сдохну двое. А так хотя бы... Фу, блин. Ебучая игрушка. В каком кошмаре оказались эти... Ты не офигел? Блин, из-за того, что я сказала! Из-за того, что я сказала, что... Типа... Нет, вот это... Блин, так воткни ты этот ножик и... Ой, там кто-то бежит. Возможно, пацаны. Держим. До последнего, до конца. О, собака. Ну, ты, конечно, жесткий пацан. Ну, вообще, пацан, да, ну я понимаю, я понимаю. Да, да, да. Они успеют, они успеют. Они успеют. Либо мы убьем двоих сразу. Двоих сразу. Двоих. Она дала шанс, но типа не всегда нужно вот так вот делать. Я не думала, я думала, нам 2-3 раза дадут вот такой фигней позаниматься. Ну блин! Это серёжка, это бы испортило немножко отношения, но она бы выжила, потому что она падала не на пике, а он на пике. Он несколько раз просто показывал, мне нужна перерыва. Б! Согласен. Согласен, именно та буква. Бывший говорит, нахуй. Давай. Всего хорошего. Она хочет избавиться от меня, ребят. Так, тихо-тихо. Так, подожди, ты сам решил избавиться от себя. Нет, камон, не надо, не надо. В себе в ногу.